Всем привет! Как я уже говорил, арбайтсам не дает мне спокойно учиться, заставляет меня искать работу. И помимо этого присылают мне всякие бумажки. Здесь написаны фирмы, которые ищут на данный момент работников. То есть по моей профессии ищут выбрать разработчиков. И вот я должен этим фирмам отправлять свои бивербунги. А также должен записывать в такую вот таблицу все названия фирм, даты, там, контактные лица и тому подобное. И также результат. То есть я должен записывать сюда и мои собственные попытки поиска работы, и мои отзывы на вакансии, которые мне присылает Arbeitsamt. И эту таблицу я должен им отправить в Arbeitsamt, чтобы доказать, что я не сижу без дела, я реально ищу работу. Также они прислали еще такие вот бумажки. Здесь нужно конкретно, то есть одна бумажка для одного работодателя, которого мне советует Arbeitsamt. Я вот уже одну заполнил. Сейчас ее в конверт упакую и отправлю в Arbeitsamt. Так что вот вкратце, я уже отправил 7 бивербунгов разным работодателям. 5 из них это те, которые я сам нашел, и 2 из них, которые мне посоветовал Arbeitsamt. Из этих 7 работодателей мне ответили только 2. Ну и те 2, которые ответили, что они меня не выбрали, без объяснений причин почему. И непонятно остальных, ждать или не ждать, или сразу заполнять эту таблицу и отсылать в Arbeitsamt. Кто уже сталкивался с этим, кто знает, как это правильно делать, подскажите мне, пожалуйста, в комментариях. Всем заранее спасибо за ответы, спасибо за просмотр. Ставьте пальчик вверх, кому понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. I never lived.